Меня зовут Денис, я сейчас в данный момент нахожусь в Лондоне, живу здесь уже 6 лет. Изначально я программированием уже занимаюсь, не знаю, лет так, наверное, 15, может, 14. Я с 7 класса в школе в Питере. Сам я из Питера. Отучился в ЭТМО, немножко поработал в Питере. Делаю такие терминалы в ресторане, когда приходите, делаете заказ, вам кассир пробивает заказ. Такие терминалы я делаю в одной питерской компании. А потом, по стечению обстоятельств, поехал в Лондон, сделал там магистратуру, получил работу и понял, что финансы... Лондон — это город для финансов. Вот там, по сути своего, не как у нас, там, знаете, там всякие разнообразные компании имеются. В Лондоне здесь такой финансовый хаб для всей Европы, и очень много там транзакции происходят между Америкой и Европой через Лондон. Вот, поэтому я решил связаться с финансами, решил применить программирование плюс финансы. Вот. Попал в хороший хедж-фонд, в один из лучших, там, топ, наверное, 20 в мире, может, там, топ-30. Вот, попал там как graduate, как, ну, начинающий программист. Вот. Получил бесценный опыт. И потом компания закрылась из-за того, что плохо справлялись с задачами своими, там партнеры начали ругаться, и попал в другой фонд. Сейчас я работаю в фонде, который топ-12 в мире, управляет 30 миллиардами долларов. Деньгами такую большую сумму денег, пытается найти всякие идеи для того, чтобы эти деньги обернуть. Но компания такая очень консервативная, я бы сказал бы. Они не очень сильно вкладываются в всякие такие инновационные идеи, вот, но дали мне шанс как-то себя проявить. Ну, как бы я уже сделал несколько нейронок для них. Вот. Но они не скажу, что прям очень сильно были им нужны. Но я, по крайней мере, показал, что это реально. Вот. И сейчас одна компания у нас есть. Она предложила нам бесплатно работать с нами. Они сделали для нас нейронку. Вот, а мне нужно как бы обслуживать ее, то есть понимать, как вообще процесс происходит. Ну, это такой пока на поверхностном уровне, и это такая британская компания, точнее сказал бы стартап. Ну, то есть я бы сказал, что финансовая сфера в целом пока еще до нейронных сетей не дошла, вот, но есть большой потенциал этого использования. Они пока не до конца в это верят, но есть компании, которые уже начали это делать. Это преимущественно, если немножко нужно понимать в финансах, вот, есть компании, которые занимаются каждодневной торговлей, да, и там нейронки много используются. Но фонды, такие, которые я работаю, там торговля происходит так немножко реже, и там больше такая фундаментальная анализ происходит в компании. Ну, у меня был вот один проект, который я сделал нейронную сеть, которая анализировала настроение участников звонков, да? То есть мы смотрели на тренды, вот, допустим, каждый квартал, да, компания созванивается, таких компаний, как наши, аналитики, банки созваниваются с корпорацией. Допустим, Apple, да, он каждый квартал, у него есть звонок, да? И что я сделал? Я сделал нейронку, которая брала транскрипт, да, ну, текстовую часть версии звонка и анализировала настроение людей, которые менялись. Вот. Ну, да, это работало, в принципе, неплохо. 80% точности получилось у меня. И да, понравилось, да, было интересно, да, это можно было применить. Но как-то бизнес-применение это не нашло. Вот. Сейчас мы работаем, ну, все компании сейчас в Европе работают над ESG. Это environmental, social, governance. Это такие три аспекта, на которые смотрят современные инвесторы, такие вот крупные инвесторы. Да? Они очень боятся, что, например, они вложат в компанию, которая там, ну, не знаю, в среду выбрасывает слишком много углекислого газа. Да? Или слишком переживают, чтобы там, не знаю, права чьи-то ущемляли, были ущемлены. Да? То есть фонды такие, которые там миллиарды денег, и они хотят вложить в компанию, которая вот со всех сторон будет идеальной. Вот. У нас очень большая востребованность есть в NLP. Но я пока пытаюсь найти какие-то зацепки, чтобы это применить. Вот. У меня вот реально большое желание стать вот профессионалом в финансах, профессионалом в этом NLP, в нейронных сетях, все это как-то соединить
и попытаться как-то на этом преуспеть. Я еще планирую в Дубай переезжать, жить. Я думаю, что вот сейчас паспорт получу британский, и где-то в марте следующего года я перееду в Дубай и там попробую тоже себя проявить с точки зрения нейронок. У меня была магистратура в Лондоне. Я обучался на программиста здесь и дополнительно брал Big Data, Machine Learning программу. Стоимость магистратуры была здесь порядка 2 миллионов рублей. Один год обучения всего лишь. На эту программу съезжались со всего мира студенты. Скажу честно, за 2 миллиона рублей ты там, конечно, получаешь там дополнительные программы, но самый акцент был это Big Data и Machine Learning. И за год мы получили знания, это базу теории, и базу и теорию по Machine Learning, по Big Data, и узнали, как можно конвертировать циферки, написанные на тетрадке, в числа, и еще отбирать спам в имейлах. Это все, что мы прошли за год, и все студенты знали. Да? Ну, конечно, получили там теоретическую основу, глубокую, необходимую для университета. Если сравнить с университетом искусственного интеллекта, то это, конечно, совсем другая история. Это вообще настолько все практично, настолько все хорошо продумано, и домашние задания, где ты, ну, своей головой начинаешь думать и докапываешься до проблемы и как-то выстраиваешь способы получения данных и способы этого решения. То есть я считаю, что университет искусственного интеллекта создал просто уникальный продукт, что это очень большой шаг вперед. Стажировка – это не просто, где ты сидишь и решаешь задачки там после работы. У тебя есть конкретная задача, у тебя есть конкретный клиент, у тебя есть конкретный срок, который ты должен как бы выполнить все. Да. Я считаю, это просто наилучший способ себя прокачать за 3 месяца. Да, стажировка, я вижу, конечно, очень такая неоднородная навык у программистов. Да. То есть, если начинающий совсем, есть, которые более продвинутые, да, это, конечно, очень хорошо, что у всех есть возможность поучаствовать, да, потому что я считаю, что в любом проекте важно иметь людей с разными скиллами, с разными видениями, да, то есть именно в кооперации, да, разных людей можно прийти к интересным решениям. Вот. Я считаю, что это очень круто. Я считаю, вижу, что все находится на таком на начинающем этапе, потому что мы в данный момент проходим там основа питона, основа библиотек питона, да, и только реальная работа начнется с следующего года, 2023-го. Но я вижу, что процесс хорошо организован, и сам факт того, что ты делаешь продукт, который будет использоваться для больницы, это очень круто. То есть ты реально заряжаешься этим. И для меня это было очень большим, является большим плюсом. То есть ты работаешь с кем-то, да, потому что так ты приходишь после работы, садишься за учебники, и немножко тяжело. А когда ты заряжаешься другим студентам какими-то идеями, это совсем другой уровень работы и развития. И я вот хочу среди своих этих друзей в финансах прям сделать такой классный пост на LinkedIn и сказать, что вот я взял стажировку, заволонтерил и помог там, знаешь, знаете, больным, не больным, а улучшить, помог докторам принимать решения. То есть я думаю, это будет очень хороший такой всплеск того, что помимо денег есть еще очень важных, интересных проектов, которые могут помогать людям. Вот. Я думаю, что это очень получит большое одобрение среди моих коллег. Почему я выбрал именно медицинскую тематику еще? И могу сказать, что ну, я общался с местными британцами, да, которые тоже в этом интересны, они не дошли до такого. То есть у них нет такой базы, с которой можно было почерпать такую ценную информацию, которую вы даете. Вот. Поэтому могу честно сказать, что продукт у вас очень сильный, даже для Великобритании, где я сейчас нахожусь. Вот. Вы большие молодцы, продолжайте в том же духе. Надеюсь, что я смогу как-то закооперироваться с вами в том плане, что хорошо себя проявить на стажировке, может как-то взаимодействовать больше. Вот. Потому что очень большое есть желание стать профессионалом в этой области.